В Аргентине всеобщая забастовка против политики правительства переросла в столкновение с полицией. Манифестанты перекрыли движение по знаменитому панамериканскому шоссе. Полицейские, которые попытались оттеснить толпу, забросали камнями и палками. Стражи порядка применили слезоточивый газ. В результате 4 человека получили ранения. Протесты полностью парализовали движение транспорта в республике. По всей стране не ходили автобусы и поезда, были отменены авиарейсы, не вышли на работу таксисты. В Буэнос-Айресе прекратила работу метро. Занятия в школах и университетах были отменены. В больницах пациентов принимали только дежурные врачи. Аргентинцы протестуют против массовых увольнений и инфляции в стране.